Массовая гладильная доска с розеткой, подставкой под утюг или парогенератор и съемной рукавной платформой. В этом видео у нас на распаковке удобная и функциональная напольная гладильная доска Nika Valencia 1. Поставляется она в защитной упаковке и комплектуется краткой документацией. Посмотрим на аксессуар поближе. Доска обладает оптимальными габаритами. Ее длина составляет 163 см, а ширина 46. Высоту можно отрегулировать до 1 метра под любой рост. Вес изделия целых 11 кг. Рабочая поверхность размером 123,5 на 46 см. Она способна выдерживать внушительную нагрузку в 40 кг. Чехол здесь съемный, так что его можно постирать при необходимости или заменить. Изготовлен он из хлопка. Эргономичные металлические ножки перекрестные, с прорезиненными вставками для устойчивого положения на поверхности, а вместе их пересечения предусмотрена полочка для белья. Также в Valencia учтены такие необходимые детали, как съемная рукавная платформа, розетка с держателем для провода утюга и широкая подставка под утюг и парогенератор. Обратите внимание, что розетка здесь сквозная. К бытовой электросети она подключается при помощи собственного шнура длиной почти 2 метра. Что в итоге? Nika Valencia – недорогая, но качественная гладильная доска. Благодаря большой рабочей поверхности она позволит гладить даже объемные вещи, а продуманная эргономика и функционал приятно удивят самую требовательную хозяйку.